Купаться запрещено. На 16 стихийных пляжах Самары появились предупреждающие об опасности таблички. Спасатели и специалисты управления гражданской безопасности регулярно проводят рейды по стихийным местам купания. Особенно сейчас, в жаркие дни. Есть от чего бить тревогу. В этом году уже погибли 8 человек. За весь купальный сезон 2014 года утонувших 14 человек, в 2015 году 18. Анализ статистики людей на водных объектах вне городских пляжей в купальных сезонах предыдущих лет свидетельствует о том, что подавляющее большинство трагических случаев проходят на реках Волга и Самара, в том числе и на правом берегу реки Волга, на островах. На островах расположено 60 турбаз, где одновременно отдыхать могут более 5500 человек. Все они подвергают себя опасности, купаясь на стихийных пляжах. Городские власти настойчиво обращают внимание руководства турбаз на необходимость организовать для отдыхающих безопасное купание. Правила поведения на воде нужно пропагандировать и на городских пляжах, отмечает глава Самары Олег Фурсов. Конечно, 14-15 человек в год мы теряем. Это недопустимые такие жертвы. Это связано просто с недостаточной профилактикой и, наверное, внутренней такой культурой людей, которые и в пьяном виде купаются, и в запрещенных местах. Поэтому пропаганду нужно тоже усиливать. Спасатели еще раз предупреждают об опасности купания в необорудованных для этого местах, будь то реки, озера или карьеры, заполненные водой. В таких местах мало того, что нет поста спасателей, там не исследовано и не подготовлено дно, не сделаны пробы воды. Марина Матвеевна, Алексей Золотенков. События.